Организация эффективной оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья детей, обеспечение их отдыха и досуга во время каникул – важное направление социальной политики. Поэтому в заседании комиссии приняли участие медицинские работники, сотрудники социальной защиты, представители правоохранительных органов и председатели комитетов образования и культуры. Вел совещание заместитель главы Десногорска Александр Новиков. В этом году будут работать 5 лагерей в 2 смены на базе 4 десногорских школ и Дома детского творчества. Эти площадки официально внесены в реестр Смоленской области. В настоящее время ведется активная работа по их открытию. Готовится документация по приемке. Всего за летнее время планируют, что пройдут оздоровление в лагерях 600 десногорских детей. За их безопасностью будут следить правоохранительные органы. За каждой площадкой будет закреплен сотрудник полиции. В завершении заседания начальник отдела социальной защиты Злата Бриллиантова отметила благодарственными письмами педагогов десногорских школ, которые оказывали помощь в организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.